Хочу вам рассказать одну историю. У моего бывшего был очень маленький, и вместо того, чтобы, ну, как бы, все было нормально, он бил рукой об мою опухоль. И что вы скажете? Я тоже ничего не скажу, потому что, ну, как бы, я в этот момент просто такая, окей, окей. И в итоге, ну, и я его бросила, потому что, ну, мне было стыдно даже смотреть ему в глаза, потому что он сам понимал, как все плохо. Ну, а размерчик там был просто... Привет. А вот и подъехали истории, которые мы заслужили. Вот это вот интересная тема про размеры у мужчин, которые вечно любят обсуждать бабы. Но знаете, если мужчина бы обсуждал размеры груди у женщины, был бы лютый вой. Хорошо. И когда мужчина бросает женщину, потому что она там толстая, потому что у нее маленькая грудь, потому что еще там какие-то именно физические параметры внешние его не устраивают, бабы поднимают вой. Мол, как это так? Мужчины мерзкие и все такое. А сами? Ну вот серьезно, а сами? Как они сами поступают? И причем, ладно бы, если бы она бросила, да, там ее там что-то не устраивало, и они бы разошлись. Нет, надо повыпендриваться и рассказать это на весь ТикТок. И знаете что? Что-то мне подсказывает, что это всего лишь история, выдуманная ради хайпа. И вряд ли это было в реальной жизни.